Всех рад приветствовать на своем канале, и в этом видео мы поговорим на очень классную тематику, благодаря которой вы сможете свой гаджет, как всегда, обезопасить. Включи эту настройку в телефоне прямо сейчас, как настроить телефон правильно. Значит, друзья, расскажу вам такую историю. Вы представьте такую ситуацию, вы потеряли свой телефон. Вор, к примеру, если найдет его, он с вашим телефоном ничего не сможет сделать, так как у вас стоит блокировка смартфона вашего, нужно ввести код или графический ключ, или же по лицу, или отпечаток пальца. Ну и все, в принципе. Вы даете там объявление за вознаграждение, возвратите мне телефон. Ну, никто ваш телефон не возвращает, потому что это на самом деле кусок кирпича. И с него ничего не можно сделать. Кто-то возвратит, а кто-то нет. Вся суть заключается в вашей сим-карте. Ни для кого не секрет, что именно на вашей сим-карте привязано все. Это и аккаунты, это ваш Инстаграм, это ваш Твиттер, Фейсбук, Вайбер, другие какие-то мессенджеры. И самое главное, банковские карты, благодаря которым можно вывести деньги. Так что если вы потеряли телефон, сразу же отправляйтесь там, где продают сим-карты, и блокируйте, а потом восстанавливайте. Так как после того, как вы потеряете свою, как вы потеряете телефон и свою сим-карту, соответственно, в течение получаса вор может воспользоваться вашей сим-картой и сделать что угодно, вывести все деньги. Благодаря номеру на том же самом Сбербанке, Приватбанке можно позвонить, узнать, сколько у тебя, какой у тебя баланс, и вывести просто-напросто даже без карты по номеру телефона, так как карты и все остальное подвязывается под номер телефона. И многие не задумываются, что можно обезопасить себя сверху. Изначально это все знали, ну, друзья, кто не знал, обязательно поставьте лайк. Заходите просто-напросто в настройки. Сейчас я зайду в настройки. И ставите элементарно пин-код на свою сим-карту. После этого, если вы даже потеряли телефон, вор высунет с ячейки слота сим-карту вашу сим-карту, вставит свой телефон сим-карту, он ничего не сможет сделать, так как будет запрос идти на сим-карту. И просто-напросто вы обезопасите свой телефон и свои все данные этой легкой этим легким маневром. Заходите напросто в настройки, ищите пароли и безопасность. Это может быть у каждого по-разному в настройках. Ставите пароль, какой вы хотите, повторяете его. Ну, изначально там идут 4 единицы, все знают, да, и все. Ставите еще раз, и все на вашем не только телефоне, а и на самой сим-карте будет стоять пароль, который никто не узнает. Вот, смотрите, в настройки заходите, в безопасность, и установить блокировку сим-карты. Я также у меня стоит на данный момент и блокировка сим-карты, и блокировка телефона, блокировка по распознаванию лица. И полностью я обезопасил не только свой телефон, но и все свои данные, так как у меня на этой сим-карте очень много всего подвязано. Вот, смотрите, установить блокировку сим-карты. И здесь мы нажимаем, вводим пин-код. Кто не помнит свой пин-код, найдите вот ту карточку, где будет сзади написан пин-код изначальной вашей сим-карты. Ну, они идут или 3 единицы, или 4 нуля, но это все знают, так что введите самый простой код изначальной вашей сим-карты, а потом его поменяйте на такой код, который будет только знать вы и больше никто. Так что никому не доверяйте, а ставьте сразу пароль на сим-карту, и вы сразу же обезопасите все свои данные. Надеюсь, это видео стало для вас полезным и даст вам для размышления, что нужно таки поставить этот пароль, чтобы полностью все было в безопасности. Подписывайтесь на канал, впереди очень много интересного, пишите все комментарии. Обязательно по вашим комментам, может, сниму следующий ролик. Всем пока!